без любви люди жить не могут вообще. Ну, любовь имеется в виду в самом широком смысле и человека к человеку, и любовь к жизни, и ко всему живому. В этом как вы относитесь к браку совместному? Без этого никак? Без брака не может быть любви? А что, возникла проблема сейчас? Что-то изменилось по отношению к браку у молодых людей, вы считаете? Думаю, по-моему, да. Раньше вопроса не возникало, потому что жизнь без семьи в обществе невозможна, естественно, и отсюда и отношение к браку. Я сама влюбилась, даже страшно сказать во сколько, 12 лет. И так вышла замуж за этого человека, и мы живем уже 34 года. Так что я отношусь к этому только положительно, вообще, как бы, любовь спасет мир, я так думаю. В принципе, не столь важно, главное, любовь, я считаю так. У меня жена, двое детей, четверо внуков, то есть у нас все нормально. Мы долго были не зарегистрированы, то есть вот только недавно. А вы верите, что любовь живет долго? Верю. Угу. Что для этого нужно делать? Ну, быть в первую очередь верным, верным семье, жене, детям. Это очень хороший праздник, и в такой праздник желательно собираться в семейном кругу, ну и, конечно же, праздновать это торжество. Я бы очень хотела, чтобы у нас на Руси этот праздник был на первом месте, скажем так, потому что, чтобы в наше время ценилась любовь, семья, взаимоуважение, чтобы люди любили друг друга, потому что в наше время и в нашей жизни как-то эти качества стали себя немножко утрачивать, да? И нужно, чтобы наши традиции, именно Руси, да, чтобы они у нас возрождались. И очень важно, чтобы в наше время наши дети жили очень хорошо. За это нужно молиться, да? Вот, и чтобы семья была сплоченная. Ну, традиции особой нет, но присоединяемся к этой традиции. У нас тоже большая семья, у меня двое детей, внук. С мужем прожили больше 30 лет. Как бы все хорошо, все замечательно. А что вы делаете для сплочения и гармонии в семье? Для сплочения и гармонии в семье? Ну как, уступаем друг другу, стараемся конфликты, ситуации как-то обходить. Ну, не знаю, любим друг друга, встречаемся, семейные праздники отмечаем вместе. Ну, как бы так. На даче встречаемся летом. Просто стараемся быть рядом, любить друг друга и все. Как-то отмечаете, может быть, праздник? Ну, к сожалению, нет. Нет времени. Хорошее человеческое взаимопонимание. Выслушать всегда друг друга, понимать.